Так, продолжаем эпопею с получением справки несудимости из консульства Украины. Но в этот раз конверт пришел мятый, то есть видите, он вот такой вот. И Канада Пост прислала пакет уведомления о том, что нам очень жаль, что ваша посылка помялась, мы все понимаем. Если необходимо будет возмещение убытков, обращайтесь, но в случае необходимости может понадобиться содержимое. Открываем. Вот об этом помятии идет речь. Нас интересует содержимое. Так, один листик внутри. Сейчас открою, посмотрю без вас, а потом, закрыв ладошкой, покажу. Так, данные консула, я думаю, никому не должны смущать. Вот в таком формате пришла справка, заверенная на английском языке с моими личными данными. И вот с такой мокрой печатью. То есть, в целом, это справка о несудимости. Будем ее использовать при подаче на пиар.